Всем привет, добро пожаловать на новый ролик на моем канале. И сегодня я вам хочу сообщить, что в Ереване будет проходить множество фестивалей в сентябре. И обязательно не пропустите. Одно из них — это Стармус. Стармус уже шестой фестиваль, который проходит. И он будет проходить в этом году в Армении, в городе Ереван. Это всемирный фестиваль, который приглашает всех гостей-астронавтов показать, чего они добились в сфере астрономии. И будут основные спикеры. Как? Спикер Чарли Дюк, астронавт Аполло 16, и который первый раз ходил на Луне. Джим Багян, это армянский астронавт, инженер. Чарльз Болден, Кип Торн, всем известный Кип Торн, астрофизик, нобелевский лауреат, и тот человек, который, если вы смотрели фильм «Интерстеллар», он помогал режиссеру и продюсеру, чтобы точно воспроизвести в фильме все явления, которые происходили, соответственно, в этом фильме. И много-много других спикеров. И основной, конечно же, тоже фестиваль, который будет, спикеры как Брайан Мэй, это гитарист из группы Queen, он по профессии астрофизик, и будет проходить множество концертов, как известнейших армянских пианистов. Будет выступать также Серж Танкян, вы не ослышали, Серж Танкян, с Брайан Мэем с песней «Show Must Go On». Чтобы не пропустить это событие в фестивале, оно будет проходить с 5 по 10 сентября. Билеты уже продаются на сайте Стармуса. Билет стоит 35 тысяч драм. И, соответственно, вы могли, конечно, если, может быть, вы слышали об этом фестивале, могли раньше купить билет в августе по 25 тысяч драм. Но, я честно говорю, не пожалейте, если вы интересуетесь этой темой и хотите увидеть каких-либо знаменитостей на этом фестивале, обязательно сходите, и будет очень-очень познавательно. Второй фестиваль, который будет проходить, это 10 сентября в городе Ереван, в центре города, на улице Абувяна. Это Ереван Music Night. Специальный гость этого будет Ошиана с песней Endless Summer. Наверное, все слышали. Эта песня была в Евро-2012. И Cry Cry. Будет, я думаю, очень весело. Так что не забывайте, напишите в заметках, что будет проходить Ереван Music Night, чтобы выйти на улицы и просто получить удовольствие. Этот фестиваль будет проходить 10 сентября с 16:00 до 23:00. Вход, соответственно, бесплатный. Поэтому не забывайте написать в календаре, когда будут проходить эти фестивали, чтобы их не пропустить. А когда еще вход бесплатный, само собой, получить море веселья и удовольствия. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки.